Подвинься поближе, поближе, еще. Я наглядно покажу тебе, как я делаю себе маникюр. От начала. Чуточку, чуточку, шершавая. И понадобится одна палочка. Я достану одну сразу. Каждый раз беру новую палочку. Она деревянная, из дерева, по-моему, абрикоса или персика. С одной стороны она вот так подточена, а с другой стороны очень острая. Мне понадобится обычная пилочка. У меня она ближе подойти. Поближе. У меня достаточно большая шкатулка с моими принадлежностями для маникюра. Я тебе хочу показать все, все, все. Ты можешь
много-много кармашков. Для удаления лака а нам понадобится сегодня для смягчения кутикул. Для кутикул. И это средство для быстрого высыхания лака. Сегодня я опять выберу черный лак. Недавно один из моих подписчиков очень просил, чтобы я но я специально приобрела его для видео и первый раз нанесла. Вы видели это в видеоролике. И я хочу сказать, что мне самой этот лак понравился, как на ногтях, сочетанием разной одежды. Поэтому благодаря вам, подписчикам, я нахожу в себе не только себя, но и полезные моменты. Сейчас я накрашу черным лаком. Здесь у меня очень много лаков. Они все разные. Оттенков, цветов, различные масла, тоники, перламутровые, золотистые, в общем, достаточно количество. Средство для смягчения кутикул и наношу и наношу на кутикулы. Даю время, чтобы у меня это средство впиталось, и начинаю обрабатывать палочкой тихо.
потихонечко отодвигаем кутикулы. Назад. Далее. Полотенцем убираем остатки также палочкой. Я обрабатываю кутикулы осторожно. Обходя по кругу, дальше я беру масло. Немножечко выкручиваю его, чтобы оно появилось на кончике. Обрабатываю кисточкой каждый пальчик. Мягко. Касаюсь. Каждый пальчик. И закрываем. Далее я делаю массаж. Каждого пальчика. Тихонечко втирая массирующими движениями масло в кожу и кончики моих кутикул. Если вы это делаете достаточно часто, то ваши кутикулы можно не удалять. Они будут всегда в прекрасной форме. То же самое мы делаем со второй рукой. Наносим средство для смягчения кутикул на каждый пальчик. Даем время. Это средство впиталось. И подготавливаем нашу палочку деревянную. И начинаем так же тихо
тихонечко отодвигать кутикулу. В каждом пальчике. Остался у меня еще большой палец. Далее я удаляю остатки средства. Для смягчения кутикул. Вначале я убираю тихонечко палочкой, а потом полностью еще раз прохожусь. Убираю остатки. Дальше я беру масло. Вместо масла может быть лак специально для кутикул. У меня такой лак тоже есть. Вернее, масло в виде лака также открывается. Вот у меня закончилось, я еще чуть-чуть добавлю. Коснусь к своему каждому пальчику, чтобы мои кутикулы смягчились. Тут вот такая кисточка. Далее я делаю массаж. И массирующими движениями впитываю масло в кутикулу. Я беру пилочку и начинаю обрабатывать каждый пальчик, придавая нужную форму. Далее я беру вот такую пилочку. Она очень удобная для
Разглаживание или выравнивание поверхности ногтя для того, чтобы лак равномерно нанес. Я нанесла, и он держался дольше. Прям по поверхности, по пластинке. Тихонечко разглаживаю каждый ноготь. Все, пальчики мои готовы. Можете сделать массаж. Я очень люблю массаж. Как одной руке, так и во второй. Прикасаясь ладошка к ладошке, чувствуя тепло. Далее я беру черный лак. И буду сейчас вами и сделали маникюр с черным лаком. Мне очень нравится. Черный.
Сейчас я нанесу последний штрих. Средство для быстрого засыхания лака на ногтях. И мой маникюр готов. Чему ты узнаешь?